Пошла. Я тебе рассказываю. Значит, здесь есть коридор и бабушка. Тебе достаточно этого знать. Это Silent Hill, пипи колямбала. Кто-то пил тут молоко из дефибрилляторов. Это очиститель, мистер Прапор. A large collection of books. Но если это книги, то я своего рода читатель, конечно. О, это спящая, это, BMW, первые фотографии. Нью-Йорк, если бы не изобрели черных. О, господи. Девочка сейчас там будет кака. Она такая, глянь, она типа вот этот эмоджи из Одноклассников. Давай попробуем разобраться, что она тут забыла. У нее, во-первых, очень большая жилплощадь. У нее деменция. А я ее внук пришел уговорить ее на подписывание документов. Все очень просто. Посмотри. Она деда перерисовала. Дед смотрит на этот потолок. Так и не починил его. Читала книжки она здесь. Она победительница Грэмми «Золотой маленький саксофон». О, смазать бы двери. Бабушка не знает, что такое климат. А, я видел тебя, старая мусорка. Опа, пошла. Слышишь, ба, поставь мне чайник. Ба. Алло. Джин. Сейчас потрём. Не вылазит, он знает, в какой стране. Вот они, ребята, пустоголовые личности. А что тут думаете, мне будет страшно? Привет. Маленько. Она рептилоид, она правит этой планетой. Баба! Бабуль! Уходи! Пошла! У меня открылось новое дыхание. Я теперь песни. Ты не должен напугаться. Твоя основная задача — не пугаться. Не пугаться. Гадцы, сука, и лампочку купил. 777 гривен стоило. Это ж обалденная эта универсальная отвертка. Бабушка, иди нахуй! Ты ж не напугался сейчас? Нет, я попросил. Объясни, почему кровь на полу? Закрывала компота. Понесла, позвонила Люба кума, любима моя. Вот эта, которая подписана Люба осень, ного точки. Вайбере. Побежала, там мобилка звонила. Ну и рассыпала весь этот компот. А как же игра не дает открыть ебло. Владимирский квартал, вечер северный. У меня бабушка так судоку разгадывала, параллельно смотря в пизду. Бабуль, давай я подойду. Left shift to sprint. Ага. Мне не понравилось это. Баба! Двери, 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 двери. Мне похуй. Нахуй закрой двери. Ёбаные двери от этой ёбаной бабки. Сука, ты нападаешь на меня постоянно в голове моей. Бабка, глянь, что тут творит-то. Не пугай меня. Тебе не понравится. Мне нельзя это пугаться. Кока-кола. Вон она. Вот она, привет. Бяба. Ребят, этот релиз Спайдермена на PS5 просто невероятен. Я уже не могу. Тетя Мэй, и всеми сиськами за тебя, твои фанаты. Тетя Мэй? Это мой канал. Что за звук неприятный? Очень неприятный звук. Бабушка прописывает бас. О, лифчик золотой. Это кролик. Это осел. Я представляю это на пенисе. Сейчас выходит столько игр с интересными идеями. Жаль, что многие из них приходится долго ждать. Блин. За то время, пока ждешь новый шедевр от Кодзимы, можно самому с нуля научиться создавать игры. Кстати, это хорошая идея. Думаешь? Только представь, ты можешь воплотить в реальности свои идеи, задать свои правила и придумать персонаж. Вау. И еще заработать на том, что нравится. Как это сделать? Стать разработчиком игр. Подробнее. Сейчас такие спецы на пике популярности и зарабатывают не меньше 1500 баксов в месяц. Сколько? Обучиться разработке можно на курсе разработчика
разработчиков игр на Unity Pro от Skill Factory. Сюда. Unity — один из главных игровых движков в индустрии. На нем написано более 50% всех современных игр. Какие? Например, Hitman, Pokemon Go, Call of Duty Mobile, Endless Legend. Лютый Skill Factory тебя не будут заваливать теорией. Почти сразу ты перейдешь к практике на реальных задачах от компаний-партнеров. На курсе ты реализуешь свои задумки и создашь 7 готовых игр от 3D-платформера до многопользовательских танков. Эти кейсы составят твое портфолио, да-да, и проложат путь карьере. Замечательно же. Ну, да. В школе проходит Черная Пятница. А это значит, начать учиться ты можешь прямо сейчас. Сегодня? А внести первый платеж только через 3 месяца. В голове почему-то подлая еврейская музыка. А еще принять участие в командном проекте, где разработаешь собственный продукт и получишь еще больше опыта. Чтобы записаться на обучение с увеличенной скидкой до 60%, используйте мой промокод LIKER, он есть и в описании, и на экране. Вся информация под видео. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Ура, я не безработный! Помню, еще одна дверь есть. Закрытая дверь еще? Грибы! Грибы. Обожаю маслята. Я люблю синички. Лисички. Диджей, йоу-йоу-йоу, бабушка просто хочет... Ой, извини, бабушка... не заметил, крошка. Я такой мужик хайповый, что даже уже не вижу подножье свое. Если ты меня напугаешь, я тебе буду присылать в конверте свой кал. Ебабка. Я бабушка. Администратор паблика. Пожилые геймерши. Нет, я для нее был помеха справа. Где мы? Если все сначала, я бегну чбак. Все, ее больше тут не будет. Ее больше тут... Вот мы... У меня ноготь в ковре застрял, только что! Я серьезно, я так шкребанул по ковру, что в нем ноготь остался. Что там? О, Airbnb, welcome. О, у меня такие по всей комнате лежат, кстати. У меня тоже. Гробики для худых. И для коротких. И для Спанч Боба. Господи. Бля, ру! Я ру! Я ру! Я ру! Я ру! Ножки пиздатые, тёлка. А, о! Секретная комната, хованка Дида. Гочка из Left 4 Dead. Гочка. Аккуратно, бабушка, у тебя пол с подогревом, судя по трубам, кстати. Моднявая женщина. Видно, да, что-то. Не хочет хату отписывать. Я такой пришел, 64 класса образования. Баба, хочу твою хату. Ля стоит, ждет меня под углом. Ах ты шалава, сука, без трусов, грязная. Ай-яй-яй. А ты спиной на нее иди. Сейчас я приду, никуда не уходи. Ой, блин, вот за это я ее люблю. Она и при Сталине такая была. Мертва. Вот смотри. Он, да, да, не, дальше. Дальше, да, сейчас. А я все равно выйду спиной. Да меня перегирала, блядь, ебаная старая! Чтобы у тебя внук сдох! Так, звук такой неприятный. О, нет, глянь. Это выход. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. А чё, не? Чё, нельзя? А чё ржать-то? Сразу дала б в ебло. Перед смертью ещё, блядь, с меня поорали. Что у нас? Нужно просто... What the fuck? Я думаю, ничего страшного ж не будет. Ну, ну да. Как это? Женщина уже съела столько мандаринов, глянь, у нее аллергическая реакция пошла. А вы что, не думали просто купить вазу с цветами и поставить сюда? Зачем же так стараться? Что ж это такое? Я посижу тут, наверное. Мне очень тут нравится. Дедушка Мороз, борода из ваты. К долбу ты пришел? Да не бойся, иди. Да как не бояться, я боягуз. Да не бойся. Вот. Так. Вот и все. Через распикиваем, страх. Как в Валоранте. Ой-ой-ой, вот сейчас, конечно... Давай, между нами там можно. Мне не нравится это, Богдан, мне очень это не нравится. Ну почему? Ну только что было пробито. Вот. Все.
исчезла. Я пойду отсюда? Вот это ужин, я понимаю, смотрите. Яички скоробея, пиво и антифриз, все как Богдан любит. Я люблю, мы с папой вечером. Тю-тю-тю, что тут? Ну, классная посуда. Ну, а тут? Тут еще лучше. Это щит для карликов. Эй, умный дом Xiaomi. Это кто? Марина. Стасик. Ну, разное у нас понятие о гендере. Девочка любит кока-колу. Не шуми, она может быть слышит нас. Посмотри. Богдан, не шуми. Я тебя вижу. Он меня видит, говорит. Блядь. Посмотри, она сейчас под стол заглянет. Нормальные ластые туфельки. О, попа, найс. Я не вижу проблем уходить от вас, женщина. Ой-ой-ой. 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 Не надо. Нас обманули. О, хорошая. Вы все, вы уходите? А я такой мужественный, сижу в такой позе, блин, такой боюсь женщину. Она еле ходит, она уже угандошила этого вина столько. А, она шкребет по стенке. Сходила на этот ваш, ребята, френч, маникюр, акваманикен. Теперь у меня, блин, ноготочки, могу этот кафель снимать. Вот это выглядит безопасным, вот эта подсветка, как будто в конце сейчас этой комнаты. Сейчас мне сейчас помидором, блядь, сейчас из папиных дочек не дадут по ебалу! Сейчас она откроет. Сейчас она... Hello! Так, и что, это дверь в 2013-й, так? Это же это, из «Не родись красивой». Как ее? Тетя-няня. Ааа, нихуй каких! What the f... Беги, там надо бежать. Нету шифта. Блин. Это я после того, как Тасолов... Алло. Ну, сейчас вовремя, да, алло. Так, хватит меня пугать. Я именно по-мужски действую. Вставлять шары не так уж и страшно. Давай. О! Милый, где ты? Да пошла ты, ты ходи умей. Я тут. Не заглядывай сюда. Что, сразу сюда заглянешь? Привет. Нет, нет. О, хорошо. Давай встретим это Рождество вместе. Сейчас ноябрь. Люблю истории про жопу! Опа, забирай. Ты чё орёшь? Сейчас будет, я тебе говорю, сейчас меня мандарином этим просто врыло. На! Вот так вот. Делаю ставки, тётя не тронет тебя. Да, я делаю... Что будет сейчас? Будет. Бабах! Ничего. Он пидор. Вот это что? Вот это что? Не бойся. Скрипт срабатывает после прохождения лампы, смотрите. Орбит любит она жевать. Бляй! А что мне с этой инфой делать? Стол, под стол, тут стол, там стол, Олег! Бля! Нормально, под столик. Она прекрасна. Никуда не уходи. Я скоро вернусь. Ты куда идешь? Ты так перемещаешься. Людина-павук. Безопасно. О! Безопасно. Ребята, я советую одевать штаны по размеру, потому что может так из кармана выпасть когда-нибудь блютузный ключик какой-нибудь. Сейчас ставлю 250 миллионов почек африканских деток на то, что сейчас что-то будет. Да не будет. О, мне вот такой нужен в машину, вот это ж, это печку помыть. Ну да, сука, ну да, сейчас прыгнет. Ай-яй-яй! Ёб твою мать. Подожди меня, я вылазю. Шалави баби блок. Шалави баби блок. Это что должно означать? Ну я включил блок вот тот электрический, она, потому что это ее шалави баби блок. Ой-ой-ой. Нет. Нет. Ну не повезло. Дамы и господа, всем приятного просмотра. Да-да.
смешно, пиздец. Милая мышка. Закрыто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Гэнг, сэнг! Я люблю пу-пу-пу. Много лет назад моя дочь пропала без. Видишь этот дом? Да. Я вижу лицо. Он такой, дрочил. Да, да. А вот! Или что ага. Это? Это лак. Это краска для ногтя. Один ноготь будет красный, я решилась. Может быть, походиться в О, женщина, может, вы подскажете? Послушайте. Не послушала. Хотела на улицу выйти. Но не надо такой музыки, ребята. У меня бурлит живот, а вы явно не хотите выглядеть, как выглядит стул в говне. Я посмотрел. Да ты-то да. Папа. Ой. Папа, не ой, смотри. Это кто, котик? Мяу-мяу. Нету. Нету. Рыба и сучки! Такие маслят! Мы вернулись к грибам. Сука! Ай-яй-яй-яй-яй! Я пошла отсюда, это дом больной. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! У вас мальчик-павучок. Ай-яй-яй! А вы похожи на моего родственника! Я Жека, привет. Жень, не надо, давай а, мы... Давай мы просто... Телека на ой-ой-ой! Вы близнецы? Жека-2. Вы триплецы? Вы квадрицы? Книжка вот эта, я заберу. А тут девочки-то запаслись, вечеринка обалденная будет. Вот она, запеченная клубника под собачкой. Женщина, не танцую. Ого. Не буду выебаться в целом. Я такой парень, который не очень любит выебываться. Прямо сейчас перестаю, кстати. Компьютер, ребята, вот так раньше выглядело. 1080 Ti. Вот Бися. А шо? А шо? Реально? А шо ты реально, делать? Настя, Настенька. Бля, ну час прям. Ой, я буду пугаться в автотюне. Девочки, не бряйте свою люлю. Так больше под... Бля! Вот он выход, ребята, по этой лестнице ходил Стас Михайлов. Я буду пенис твой сосать. Тебе не писали приходить сюда. Что-то. О, нет. Летим, полетели. Но я рада, что ты пришь.